Бывают такие моменты в жизни, когда хайп и удовольствие совпадают. Это сегодня. Короче, смотрим батл. Очень крутой, я уже посмотрел на английском. И какие-то я даю свои комментарии. И объясняю какие-то вещи. В следующем выпуске будет 5 полезных выводов, которые можем сделать из батла и которые помогут нам в жизни. Поэтому, если хотите это увидеть, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Кто здесь первый раз на канале, это не канал про рэп. Это канал с моими мыслями, моей аналитикой, философией, наукой и так далее. Но, тем не менее, на крутые хайпы я с удовольствием тоже делаю. Окей. Дизастер, он начинает так, не отнесся всерьез, то есть он такой, какие-то у него, он на такой волне шуточек, приколов, там, полудружеских подъебок, вот, и, конечно, когда Оксимирон начал реально прям, просто прям язвы и прям реально больно делать, конечно, он прихуел немножко. Ну вот это, кстати, хорошая мысль. Так он в шутку сказал, типа, я, у нас не надо развязывать вторую там мировую войну, да, у нас есть для этого батл-рэп. Очень крутой способ вот эту агрессию, накапливающуюся в людях из-за многих проблем, которые реально есть в мире сейчас, все спускать, как бы, в мирное русло. С одной стороны, это хорошо, да, это делает мир более мирным. С другой стороны, это не так уж хорошо, потому что, по сути, люди спускают вот эту агрессию в этих батлах и ничего не меняют в жизни. То есть, как бы, а жизнь все продолжает остаться такой же, как она есть. То есть, проблемы, которые были, они также остаются, никто их не решает. Поболтали, поорали друг на друга и все. Ну, это хороший панч, и мне, кстати, нравится, как он переводит, да, то есть он не в военной, то есть он говорит, мы круче, там, США круче, но переводит это не в военное русло, не то, что там мы вас уделаем, там, да, а в том, что, ребята, а где на Луну-то, че вы на Луну, мы-то были на Луне, а вы нет, то есть такую правильную конкуренцию, здоровую конкуренцию переводит. Очень такой... Не, приятно, кстати. Вообще удивительно. Я смотрел до этого Battle Disaster с другими. Он был очень агрессивен. Он просто там... А здесь он такой плюшевый мишка просто какой-то. Not copy, so excuse me if I'm a little skeptical when the Russian says he gonna take off on me. Наехал на нашу космическую отрасль. Ну, может быть, она сейчас, конечно, не в лучшем состоянии, особенно с приходом Илона Маска. Ну, блядь, чувак, а кто первый вообще полетел в космос, ты забыл? Наша технология переживает ваши на целые эры. Бля, чувак, как бы да и как бы нет. Те, кто был в Силиконовой долине, знают, что в Силиконовой долине нихуя не работает интернет. Ну, то есть он работает, но там до сих пор есть модемы. Это просто оплот мировых технологий. И там, блядь, модемы до сих пор. И ваша технология опережает на эры? Блядь, вот это очень меткий подъеб, что, да, типа, в России хип-хоп кажется крутым, но вся фан-база состоит из малолетних пёст. Вот это, блядь, очень жестко и метко. Да, этот прихуел. Дизастер просто прихуел, это видно. Он не ожидал, но он, блядь, до сих пор... Они, наверное, до конца думали, блядь, ну что этот русский, который, блядь, толком не говорит по-английски, что, как он может рифмовать, как он может панчи делать. И тут тот выдал такое просто, охуенный рифм, охуенный панч. Просто, конечно, Дизастер вообще, он, посмотрите на его лицо, бедняга. Он даже вообще такой просто прихуел. На английском языке чувак делает рифмы фонетические. Man, I also used
to the lines after having McGuinness, but I walked away from vice like I'm Gavin McInnes. McInnes, ладно, это имена, хер с ним. All you learned in life is how to fight and rhyme insults, but you... Insults, rhyme insults, рифмованные оскорбления. И смотрим дальше. Praise yourself online like you're some high divine princess. Princess. Insults and и princess. Нихуя себе рифма, блять. Это реально крутая рифма, очень крутая рифма. То есть это вообще разные слова, они вообще по-разному пишутся, но звучат близко, и он это почувствовал. Очень круто. Listen, yo, it's gonna get serious. Вот это начинается самый жесткий момент. Короче, они развеселились и такие, ну ладно, молодец, чувак, умеешь рифмовать, все круто, офигенно. И тут начинается жесть. American Muslim Arab, right? Let me ask you something that's simple but so lethal. How does it feel to hold up a flag that's covered in the blood of your own people? Listen! 2 million Muslims or Arabs killed by the US in 15 years! Shit, who cares? You still rep the flag like Britney Spears? Да, охуенно. Вот просто по ведущему можно смотреть, как это вот американец воспринимает, да? Ну, как бы вот этот американский менталитет, потому что он канадец, я не знаю. Вот, то есть такое на грани. То есть вроде правду говорит, но, блядь, что-то слишком непорядкорректно, даже для батла. Фагоцит. Этот, мне нравится, нигер такой замахал, смотрите, замахал рукой такой, типа, не, это хуйня такой, блядь. Это хуёвая шутка. И тут вот, мне больше всего нравится. Окси такой. Проверь на Википедии, братан, такой, блядь, чувак. Я понимаю, что ты тупой, но есть же Википедия. Фагоцит – это клетка, которая пожирает другие клетки. Все вот у нас все. I don't like the Russian government. That's power play. But it was coward USA that taught them how to behave. Но это, кстати, интересная мысль. Типа, трусливая Америка научила наше правительство прессовать другие страны, пока они не прогнутся. Ну, хуй знает. И кто кого научил, я думаю, они бы и так прессовали. Все всегда друг друга прессуют при первой возможности. Но то, что Америка в этом впереди планеты все, это правда, да. Fuck you on terror and fuck you on... Что это война... всего лишь видимость, да, на самом деле никто не борется ни с терроризмом, ни с наркотиками, а наоборот. Все это используют просто в своих целях. Fuck McDonald's and Disney, fuck American literature, Ben and Jerry, Tom and Jerry, Ford and Henry Kissinger, fuck the Federal Reserve. Киссинджер, это, кстати, такой политик, этот советник президента, там много лет он был, именно вот специалист по всяким там внешним вторжениям в другие страны, там один из таких самых мудацких мудаков. Охуенно. Я, кстати, этого в английском не заметил. Глобальный рейх они хотят сделать. Блять, слушай, вот на самом деле видно, что Оксимирон, он прям вот искренне наболело. То есть это прям, это не столько уже просто в качестве батла, а просто он реально свою боль выплескивает. Собственно, это видно и по клипу Фата Моргана. Он ненавидит вот эту вот роботизирующуюся цивилизацию, да, которая там от людей остается уже очень мало, там даже уже в человека это все проникает, все это дерьмо, вот, и все это с целью глобального рейха. Ну, я, кстати, об этом очень хорошо рассказал в видео про заговор мировой. Посмотрите, перейдите по ссылке, посмотрите, очень полезная штука. Я все больше проникаюсь к Оксимирону, как он каким-то симпатией, потому что, ну, у нас очень похожие мысли, да, то есть вот это разочарование в прогрессе, и это уже видно откуда. То есть, если раньше мы такие, ну, глобализация, в принципе, прикольно, что границы между странами размываются, то сейчас уже видно, как торчат уши вот эти вот, да, белыми нитками все это шито. Видно, к чему и ведет эта глобализация, что она ведет не к тому, что все будут общаться и друг с другом и путешествовать, а к тому, что просто единый центр в мире будет и будет всеми управлять. И уже явно это прям проскакивает. И мне очень нравится, что Оксимирон все это тоже видит, чувствует. И самое главное, восстает против этого. Вот это очень круто. I got
Ну вот, кстати, в этом смысле, я не знаю, мне кажется, Оксимирон, он нечестно немного поступает, потому что вот Дизастер, да, он тоже, да, конкуренция между странами, но он как-то ее перевел в конструктивное русло, что вот, мол, мы на Марс летим, а вы где в жопе? А этот Оксимирон такой, типа, а мы вас захватим, мы на вас прыгнем, мы сделаем Америку России. Ну, бля, чувак. Чувак, ну не в этом сейчас ценность, как бы, да, не в этом. Ты сначала говоришь, что Америка пытается стать гегемоном мировым, да, и всех нагибает, а потом говоришь, что мы бы сами вас нагнули. Ну а чем вы тогда лучше-то? Суперстар from Russia! I thought you came here to fuck some bitches! Надо отдать Дизастеру должное, что чувак... Заметьте, он реально реагирует на то, что сейчас говорил Оксимирон. То есть, значит, я не знаю, то ли, либо он подготовился на все случаи жизни, но, скорее всего, это просто фристайл. И фристайл-то пиздатый, с рифмами, все четко. Нет, Дизастер, конечно, очень крут. Очень крут. What a fucking bunch of fucking moronic militants! The blood of your own flag! I was born in America, you idiot! Не, ну то есть он реально ему отвечает на тот, на те панчи. Ну это очень круто. Прям молодец. Молодец, Оксимирон тоже, да, так с уважением относится, типа, своим чувакам, давайте, хлопайте. Ну, это прикольно было, действительно, такое, просто такое, как гневный высер. The numbers spell out a phrase when combined and subtracted. It says, I am a faggot. Дешевая подъемка, типа, 17.03 означает, что я пидорас. Почему, блядь? А может, она означает, что я самый пиздатый? Ну, как бы такое. You think this battle good look for you? Нет. Not where you've been. Maybe because foreigner you think in your little head. Своей маленькой головой ты думаешь, блядь. Что из этого должен быть? Should win. But to tell you truth, this is not good position to be Putin. Вы не хотите все ваши маленькие водородные бомбы охотиться? Это, блядь, сука. Не, он крут, он реально крут. Дизастер, это просто вот... Я просто, когда смотрел на английский, я не все понимал, и я сейчас только могу оценить, насколько пиздатые панчи. Типа, мы же не мы шутим всего лишь, это всего лишь это... Все ваши водородные бомбы находятся в офшорах, блядь, как это точно? Ну... Потому что да. Да, собственно, нечего комментировать. Русский известный софт-порнуха. Долбоёб, потому что софт-порнуха гораздо приятнее, дебилы, блядь, чем ваша сраная жескач. Потому что у нас душа есть, понимаешь? А вы, блядь, только хардкор, блядь. Dog, your body is built like a lesbian woman. Something else. I forgot what the fuck you said, so just shut your face. Ну, кстати, тоже Оксимирон, получается, реагирует на его панчи, охуеть. То есть, то ли они договорились перед этим, то ли они реально фристайлят, и причем круто это делают. Просто, конечно, да, какой-то прям 80-й левел, просто, прям охуенно. Best flip ever. Look. Look, look, блядь, ты не можешь сказать look, look, бля, как сказать, look, 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 не можешь сказать look, 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 блядь, чеснок. That's not the punchline. For 20 minutes you complain like an arrogant bitch, saying smack rappers are shit, they're just ignorant kids, and you are God. I bet you blow your own reflection and kiss. Посылай своему отражению в зеркале поцелуй воздушный, блядь, сука. Ну да, круто, круто. And go, baby, you handsome. Baby, you handsome. You're blowing yourself, you Marilyn Manson. Ты отсасываешь, нет, блядь, ты отсасываешь себе, как Мэрилин Мэнсон. I don't know.
всей безопасной зоны и рабовладельцы. We don't understand political correctness, right? The shit you say in battle rap, we say in actual life. Да, охуенно. Мы не знаем, что такое политкорректность. То, что вы говорите в battle rap, мы говорим в обычной жизни. Кстати, вообще интересная мысль. Возможно, батл-рэп потому и зародился там, да, что вот эта политкорректность всех заебала, и это была единственная зона, где можно говорить все, что ты думаешь. Вот. А у нас она стала такой популярной, потому что, блядь, просто мы все специалисты в оскорблении друг друга. So shut the fuck up. Так что завали ебало. Слушай, да, прикольно, молодец, мне нравится, что Оксимирон, он как бы довольно правильно представляет Россию, да, то есть без каких-то вот этих вот слащавых оберток и в то же время не засирает, да, там, как всякие либерасты, типа вы здесь охуенные, а мы лохи. Нет, все так и есть, все четко, да, как бы у нас нет никакой политкорректности, может быть, мы грубоваты, да, но мы честные, как бы. И у нас нет гетто, да, то есть там реально в Нью-Йорке, там в центре Нью-Йорка гетто. Где живут только негры, и полиция туда не заходит. У нас такого, ну, слава богу, пока нет. Есть, конечно, к сожалению, есть какие-то приближающиеся к этому району, но все-таки это совсем другое. Это не то, как там. If you smoke Turkish hashish and some kush in Alger with a grushik tajik, put fuck a shit. Look here, Bashir. And that's not the punchline. And if I don't get my shakshuka, Kolkara, then has to be Sharmuta. Wait, if you think I'm anti-Muslim or anti-Arabic, bin that. Because I know more about your culture than Alibaba and Sinbad. Вот мне вот чем мне начинает нравиться все больше Оксимирон, тем, что вот он отдает дань вот этому, ну, вот этому рэперской традиции засрать просто трешаком, то есть как бы необоснованным, да, вот он просто сейчас там, ну иди нахуй, шлюха, там ты иди прям, ты черный там и так далее. Да, а потом такой, если ты думаешь, что типа я не люблю арабов и ваши, то ты глубоко ошибаешься. Я знаю твою культуру лучше, чем ты. И тут опа, блядь, и он переворачивает игру. Не, молодец, прям вот молодец, еврей, вот не зря ты еврей, все-таки башка у тебя работает. Is a Wahhabi jihadi. We look. We know you joke, but you promoting the Taliban. Would love to. Да, ну как бы мы знаем, что ты шутишь. Это то, о чем я говорю. То есть, как бы понятно, что это во всем этом ирония там, да. Когда мне там тоже говорили, когда я Фейса засрал в прошлом ролике, мне говорили, ну ты же, ну блядь, ты что, нихуя не понимаешь, это ирония, он же шутит как бы. Делать, да, это шутки, как бы, понятно, что это шутки, но, как бы, в каждой шуле есть шутки, есть только доля шутки, это же, то есть, когда ты что-то сказал, это уже в мозгах у людей оседает, шутка это или не шутка. Turn a lane to Inshallah land, bro. Bro, bro, just accept yourself, because I accept you, brother. Psycho lied, cause if you don't respect your own culture, why should I? Ааа, такая, сука, сука, бря, такой, прими себя, брат, типа, как я тебя принимаю, тут такой улыбается уже, расслабился, и такой, хуй там, нет, зачем я тебя буду принимать, если ты сам не уважаешь свою культуру, нахуй я мне это делать? Ну такой, блядь, молодец. Короче, походу, Оксимирон просто не старался с гномом, поэтому просрал. Потому что здесь, конечно, он показывает просто уровень, я не знаю, там, высший просто. It's me genuinely loving my fans and connecting with them. It's called that connection thing. Let's get back to striking him. Leukemia patient with a lack of vitamins. Looking like one of them Irishmen. Yeah, why you want to battle with me? Мне так нравится, как он, конечно, Дизастер, он очень артистичный еще, ко всему прочему. Он прям реальный артист. То есть, как он меняет голос. Сначала такой, для своих фанатов такой добрый, добрый. А потом такой, вернемся к этому. И прям такой, сейчас сожрет. Очень круто, блин, классный чувак, мне нравится. О, бедный Честер. У меня было видео про, почему Честер покончил с собой. Блин, ну это, конечно, такая шутка ниже пояса. Потому что реально Честера жалко. Драко ебало! Я трахал твою маму!
В жопу! Блять, сука, все-таки не удержался. Вот надо было эту хуйню вставить опять в мамоеблю, блять. Такой батл, такой четкий, такой взрослый, такой осмысленный. И вот нет, надо было эту маму даже повторять противно. Сосала! Я кончил в одеяло! Сосал одеяло, хороший риф. Бабушка! I hit her with a bazooka! Pull out the pushka! Пука, старуха Катюша! Старуха Катюша, чё? Ну-ка, тихо, без звука! Ну это смешно, реально. I'm the sickest in the world, bitch! No language, I can find you and kill you! Да, да, нет языка, на котором, да, блять, выучил три матерные фразы на русском, такой, нет языка, на котором, да, конечно. When you showed me to the back, where you shot a beaver in his head in front of me, and he wore it as a... При мне застрелил бобра и надел его как шапку, блядь, что? Не, ну, как бы это, конечно, весело, но это очень на низком уровне. То есть, по сути, вот Дизастер проебался именно вот в этом раунде, потому что до этого он еще шел, когда политика, когда какие-то такие темы он затрагивал, действительно, он нажимал на болевые точки, да? А сейчас, ну, блядь, ну, это такое, знаешь, детский, то, почему я батлы вообще не воспринимаю всерьез, потому что, ну, это вот, это, знаешь, когда там были, блядь, когда мне было 5 лет, я там с друзьями, мы рассказывали друг другу выдуманные истории, кто как кого там взъебал, там, кто круче, у кого машина круче, хотя ни у кого никаких машин не было, но каждый рассказывал. В итоге дошли до того, что там у кого-то уже летающие машины. И главный прикол в том, что второй верил всегда. То есть я верил, что, блядь, сука, у него, наверное, правда такая машина. Придется мне придумать что-то более круче, крутое. И я придумывал еще более крутое, а он верил в мою чушь. Вот, и вот эта херня, она вот такого же уровня. То есть это, я не знаю, это дань малолеткам просто. Ну, как бы, ну, взрослому человеку это просто смешно слушать. Ну, смешно не в хорошем смысле, что шутки, а смешно в плохом смысле, ну, просто, блядь, ну, что? Что, чувак? Какую-то хуйню просто несешь откровенно. Вот он, видишь, то ли он очень устал, ну, там, кислорода нет нихуя, он потный весь, то ли он подумал, что, видишь, что-то этот Оксимирон очень так плохо на это реагирует. Ну, потому как, ну, как взрослый человек нормальный, да? И он такой, ну, а у того, может быть, дальше было еще что-то жестче про вот эти мамок, ебли, вот эту хуйню. И он такой, ну, нахер, ладно, не буду. Потому что, ну, проплатил-то все Оксимирон, не зря же он в маечке бинго-бум стоит, Дизастер. Вот, и он такой, ну, нахуй, не буду чувака злить, как бы, он же башляет. Ежели как будто гетто меломан, быдо бейсайн драм, пустай бы фанк, ну-ка веди меня заветная тропа! Вот не знаю, единственное, конечно, Оксимирон, вот, мне, честно говоря, даже нравится, как он по-английски больше читает. Потому что по-русски он, во-первых, слишком торопится, я вот нихуя не понимаю, что он говорит. Я по-английски больше понимаю, чем по-русски. Вот. А во-вторых, вот эти вот его выражения... Тропа! Ну ты такой малыш, такой задротик, такой, такой этот, нерд. Да, вот не зря Дизастер, вот нерд. Нерд это круто, конечно, ну ботаник, да, в смысле. Ну, блять, ну когда ты читаешь рэп, ну не надо тропа. Еще глазки сейчас повылезают из орбиты. Я не очень понял, что это за маска, которую он ее надел? Это для устрашения или это может там, чтобы дышать, он уже задыхается там, и чтобы типа какой-то фильтр, хуй его знает. Success, where's the hunger in you? I know fame is just a mistress that comes and goes as she pleases, but Jesus, how can you live without getting rid of your feelings? And yes! Мне кажется, да, Оксимирон, он похож чем-то вот сейчас на Эминема, да? Такой хилый, дохлый, белый, вот, и такой очень шустрый, и так же быстро и колко читает. Ну, прикольно, да. So any ladies looking for fellas who into personal growth, don't go for battles, get yourself a man that can do both! Ну, вообще, вот сейчас вот про барышень он сказал, в которых там, не выбирайте, типа, батлеров, выбирайте тех, кто может и то, ну, это там прикольно все. И что-то мне такая мысль возникла, что, наверное, этот батл-рэп, это такая, блядь, такой...
такая разновидность оленьих, когда, знаете, самцы оленя рогами бодаются, за, и чтобы самка выбрала, кто из них круче. Вот мне кажется, battle rap это имеет ровно ту же, такую же эту, функцию. This ain't even my second language. I speak badly. Compared to Russian, this is nothing. But I stand there to talk about... Ну, это ты лукавишь, дружок. Ты реально очень круто. Может быть, знаете, даже вот я иногда замечал по себе, на английском иногда лучше получается, чем на русском, потому что ты скован какими-то рамками, и ты не выебываешься, и стараешься просто максимально донести смысл. И вот для Оксимирона, мне кажется, это вообще лучший вариант, потому что на русском он все-таки слишком выебывается, и он слишком быстрый, у него слишком замороченные рифмы, хитро вывернутые тексты, и он уже теряется. А здесь он прост и прямолинеен, и поэтому это лучше работает. Поэтому я бы не сказал, что этот батл ничто по сравнению с тем, что он делает на русском. Скорее, для меня наоборот. Potential to cure this patient, the slowly dying Arab-Jewish-Russian-US relations. I mean, look, look, wait, look. Вот это вот сейчас самое важное. По сути, вот ради вот этих фраз, которые он сейчас скажет, и весь батл стоил того. How you face your opponent? Tell him that his girl's a dyke. He calls you a dirty kike, but his verse is tight. And then you get this weird feeling as your words collide. It's like you're looking in the mirror, cause you both alike. And yes, it's sexist and racist, homophobic smut, childish and basic and distasteful like two girls, one cup. But in time... Wait, but in times of war, look at today, the sport evolved. I'd rather every Arab told every Jew your mother, and vice versa, every day, then let them shoot each other. Cause I've seen... Да, вот. Лучше говорить друг другу дерьмо хоть каждый день, чем убивать друг друга, это правда. Возможно, как раз battle rap помогает вот эту лишнюю энергию сбросить, эту агрессию, и в реальности быть более мирными. Да, и вот про Украину с Россией тоже донес, молодец, потому что у них же пропаганда не пропускает это, то есть они считают, что Россия это агрессор по отношению к какой-то стране там, которая просто в соседней стране, они понимают, что Россия, русские и украинцы это почти один народ, как бы, что они жили до этого спокойно, мирно, одним государством, и что куча все украинцы знают русский, да, что куча украинцев живет в России даже до сих пор. Because I have seen this with Ukraine and it fucks my brain how two nations that were brought... Как две нации, которые были братьями, были одурачены и покошены. ...cucked and slain by the people above who still... Теми, кто сидит наверху и до сих пор тусует вместе, блять, вот. Вот в чем пиздец-то. Вы знаете, что у Порошенко завод где-то в Воронеже, что ли? Короче, в каком-то российском городе у него завод, который до сих пор функционирует, его никто не закрыл. Вот в чем пиздец-то, то есть... Вся эта политика – это огромное большое наебалово. А люди гибнут реально. Вот эта фраза, типа... Но я верю, что battle rap может быть чем-то больше, чем рифмы и панч. Если в эту сторону реально дело пойдет, ну оно уже идет благодаря Оксимирону, то все шансы есть у battle rap'а и, может быть, даже у рэпа действительно стать ну, чем-то стоящим. Time. Красавец! Ну что сказать, в целом, конечно, очень крутой батл, действительно, прям, я даже немного поменял свое мнение о батлах. Ну, в целом, вернее, не я поменял свое мнение, батлы просто меняются на глазах, то есть этот батл реально крутой и имеет какие-то, несет в себе какие-то смыслы, в отличие от, там, например, батла с Гнойным, где было просто взаимное опускание друг друга. Не доебывались каких-то личных вещей, а мне-то что до этого, поэтому мне было скучно смотреть здесь. Поднимаются реально глобальные вопросы, очень важные Оксимироном. Поэтому нам всем это важно, и поэтому это действительно уже приобретает некий более высокий статус, чем просто взаимное засиралово. Я думаю, что скоро сделаю выпуск 5 полезных выводов из батла. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и тогда вы увидите этот выпуск. И, возможно, действительно почерпнете что-то полезное для себя из мыслей Оксимирона, переваренных мной. Ну все, удачи, пока.